Уважаемые зрители, с вами снова Асхат Халилов, тема «Бритье мое». Спасибо Ренату, зрителю моего канала, который предоставил мыло, табак «Оригинал» компании «Mauer and Witz», который представляет ароматизированное мыло для бритья. Итак, сейчас мы сделаем пену. И мазок фирмы Спокар, я его использую. Очень ароматное мыло. Ну, так как раньше я первый раз это делал, я примерно ориентируюсь, чтобы хватило на 2-3 прохода. Так что можно загадывать желание. Раньше этим мыло, из этого мыла, табак оригинал, я не сбивал пену и не использовал, в принципе, его. Ну, пишут, что в нем заключена композиция бодрящего тонизирующего цитруса, холодной лаванды с фужерными аккордами. Подходит для сухой, жирной и комбинированной кожи, исключая чувствительность, склонна к аллергическим реакциям. Ну, в данном случае у меня кожа лица жирная, значит, мне подходит. Ну, вот уже что-то похожее на пену. Все-таки ритуал сам по себе успокаивает. Вот не зря, уважаемый зритель, кто-то из вас написал, что пена из баллонов — это зло. Все-таки вот в этом процессе, ну, знаете, как перемалывают зерна, так и здесь что-то есть мистическое, успокаивающее. Вот уже по стенкам почти достаточно. Я отдельным видеообзором записываю, потому что сам процесс бритья я стараюсь не затягивать, не делать монтаж, не обрезать одним кадром. Поэтому, ну, в принципе, вот этот процесс бития заслуживает отдельного видеообзора. Ну вот, в принципе, мне кажется, уже достаточно. Сейчас чуть-чуть, немного еще. Компоненты, входящие в состав средства, делают волоски мягче и более податливым к бритью. Улучшают их структуру, упрощают выполнение гигиенической процедуры. Мыло хорошо взбивается в плотную пену, обладающую сливочной текстурой. Она мягко ложится на лицо тонким слоем по его поверхности, плавно скользит лезвие станка, обеспечивая комфортное бритье. Глицерин, составляющий форму, увлажняет кожу и разравнивает ее поверхность. Ну, это я из официальной информации вам читаю. Ну,
подтверждение, вы видите. Ну вот, все. Достаточное количество. В следующем обзоре, уважаемые зрители, мы эту пену используем для того, чтобы побрить лицо. Если вам понравилось, оцените видео, подписывайтесь на мой канал, будет много новых интересных видеообзоров. И привет Ренату, который предоставил мыло для бритья Табак Оригинал. Всем удачи!